Подводим итоги матча «Любимая кухня» «Компенсатор». 4-3 «Любимая кухня» оказалась сильнее. Артур Казарян, Алексей Лусов у нас в студии. Мы начнем, как обычно, с победителей. Артур, поздравляю твою команду с первой победой в премьер-лиге. Но я думаю, что тебе есть что сказать. Такие потрясающие эмоции. Да, на 59-й минуте сравняли, на последней минуте уже забили победный. Как это было? Что ты сейчас чувствуешь? Я не согласен, что мы были сильнее. Скорее всего, ну, просто нам больше повезло, я так считаю. Я вообще думал, что мы эту игру проиграем, как обычно, в последнее время. Но нет, слава богу, вот опять ее индивидуальное мастерство одного человека решило все. Спасибо сопернику за игру. Они очень хорошо смотрелись, хорошие ребята. Ну, первая победа, приятно, конечно, да, но за последние там 2 минуты просто вырывать эту победу. Спасибо моим ребятам, что не опустили руки. Те, кто не играл, парни, не обижайтесь. Игра такая была. Те, кто играл, молодцы. Вот, наконец-то мы пришли к тому, что замены всегда должны быть точные. Я исправился, можно сказать. В первой игре я выпустил сразу 4-5 человек, и мы сразу 2 пропустили, но уже делаем выводы, идем дальше. Всех с победой, с нашим. Спасибо. Ну вот я в эфире сказал, что такая тяжелая, да, трудовая победа. Хотя, кстати, по рисунку игры, ну, не могу сказать, что твоя команда смотрелась плохо. В целом, смотрелись вы неплохо, моменты создавали. Но вот, наверное, первая победа на таком новом уровне, наверное, это должна быть такой трудовой, тяжелый, вырванный на зубах. Дальше должно быть, по идее, попроще. Ну да, да, я с тобой согласен полностью, как бы, да. Ну, опять же, просто я, видишь, не то, что ты вот сейчас судишь просто по игре, а я, зная свою команду, зная нашу игру, поверь мне, мы отвратительно сыграли. То есть я знаю, что вот, да, мы сейчас создаем, условно говоря, за игру, ну, 7-8 моментов, 100%, да, которые все уже, просто туда ткни и все. И не забиваем, то есть большинство. Я-то привык, что мы за одну игру можем там 15-17 моментов создать вот так и просто забить 3-4. Вот. У нас с реализацией, да, беда, согласен. То есть, ну, все видели, как бы, просто вот ворота, там один на один выходишь, что просто бей в ворота и все, а там у нас реализация хромает. Поэтому, ну, ты судишь по одной игре, я сужу, ну, зная свою команду в целом, и мы вот им отвратительно сыграли, как бы, да, вот мой любимчик даже, вот Раф, блин, так вообще на себя не похож, делай выводы, Раф, уберу. Леш, ну вот тоже дал тебе небольшую паузу, и, может быть, чуть-чуть эмоции улеглись. Играли практически без замен, да, в 9 человек, вели за 2 минуты до конца в счете. Что случилось в конце, потому что, понятно, там один из мячей чуть-чуть промахнулся Литвинюк мимо мяча, да, Куликов пробежал, забил. Четвертый мяч. Как так произошло, что вот столько вы дали возможности сопернику именно в концовке, при том, что нужно было счет оберегать? Ну, спасибо сопернику за игру. Ну, там, ну, реально, 2 минуты последние. Что-то пошло не так, но смысл об этом рассказывать, да, там, третий гол. Индивидуальная ошибка, четвертая, вроде тоже там человек принял спиной. Вроде был толчок, вар посмотрели, толчка не было, он просто взял, плюнул и попал. Кулик, все, вопросов нет. Тут игра момента, я бы сказал. Ну вот и, пожалуйста, 3 очка упущенные. Конечно, обидно. Вот. В малом составе, вот с такой, конечно, хоть и обойма сильная, потерять 3 очка, это, конечно, очень жалко. Но ничего, у нас впереди еще много игр. Поэтому мы свою еще обязательно возьмем. И никто не расстроился, да, понятно, все там немного злые, но не расстроены, это немножко другое. Поэтому злость, она спортивная должна быть. По сегодняшней игре, вот если мы говорим про результат, понятно, неудовлетворительный, по рисунку, вот как будто бы игра шла по вашему плану, то есть, да, вы вот эти вот свои быстрые атаки выбегали, ты получал проникающие передачи, собственно, ты 2 голевые передачи после этого и сделал, да, по такие вертикальные атаки получались. Такой план и был? То есть и выходить через быстрый выход, через длинные такие средние передачи низом? Ну, ты сам знаешь, в премьерке тоже же играл и понимаешь, что в Суперлиге, что в премьерке вся игра в лучшую сторону строится от контратак. Да, учитывая, у нас быстрые фланги, да, там Камичилов, Рыжов, я там могу вроде еще бегать. За счет этого, ну, как бы,
статистика есть, да, там 70% мячей забивается с контратак. Пожалуйста, весь футбол. И у нас, ну, мы планировали, учитывая с одной заменой, да, играть в контратаке, но все равно мы как даже высоко встречали их. Вот, это уже давало свои плоды. У них то там вынос не туда, то еще туда, как бы отбор, и пошла уже наша атака. Поэтому, ну, просто немного не подфартило. Но удачу мы еще заберем. Там тремя-четырьмя игроками, если попросили бы, а то у меня 4-5 человек не сыграли вообще даже ни минуты. 22 человека собрались опять. Вот и пошли трансферное обсуждение уже. Артур, по поводу здоровья хотел игрока спросить. Петухов у тебя, по-моему, повреждение получил, центральный защитник. В первом матче он вообще у тебя в стартовом составе вышел, сегодня вышел на замену, даже гол забил, но потом вроде ушел. Повреждение какое-то получил? Да, ну он поднимает каждый день, там, он занимается тяжелой атлетикой, там, 150 килограмм поднимает. И у него, короче, на тренировке пятка повреждена сейчас, получается, там травму получил. Я не играю из-за травмы, и так-то я ферил бы. Вот. Вот. И, ну, Петухов у нас, скорее всего, уже вернется в профессиональную карьеру. Там у него, ну, может быть, даже сразу в РПЛ залетит. Поэтому, ну, пока он с нами, пользуемся. Но он даже хромой все равно, он просто бог. То есть терминатор такой стоит, кто к нему подойдет-то, господи. Ну, еще с головой, то есть человек просто, ну, не знаю. Ну, по поводу трансферных моментов этих, ну, слушай, вот к нам подключился Игореха Марченко. Безумно доволен его игрой. Просто видно, что человек просто бывший профик, так сказать, да, вот школа есть, ну, прям, ну, выходит и на уверенном просто, и ты, я, ну, понимаю, что, да, вот, это родной брат, кстати, Смолина нашего, вот, ну, они оба прошли всю школу Урала, как бы, и, ну, вот видно, что человек со школы мне, я очень рад, что он с нами, как бы, сначала я не хотел его взять, если честно, но мне Гера, мой наставник, позвонил, говорит, бери, ну, старший сказал, младший сделал, что куда мне деться. Я не пожалел, все. Кера, спасибо. Леш, последний вопрос тебе тоже. По твоему здоровью, ты мне в перерыве сказал, что у тебя голеностопы больные. Как сейчас себя чувствуешь? И в следующей игре ждем тебя опять. А что делать-то? Через боль, через это и ранее. В принципе, вот голики восстановил. В пятницу была тренька, тоже неудачно. Просто оступился. И, ну, 2 дня максимально пытался залечить. Всякие фиксаторы, это все намазал еще заранее. Ну, вроде ничего, разбегался только второму тайму, но все равно аккуратно. Ну, не могу же команду бросить. Поэтому через боль, через силу бегаю. Других вам вариантов быть не может. Спасибо. Спасибо.